Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Hardset Info. Я покажу, как на устройстве Samsung Galaxy A30s перейти в режим восстановления или же Recovery мод. Чтобы на данное устройство перейти в Recovery мод, вам будет нужно сперва его выключить. Выключаем данное устройство. Выключение. После чего ждем. Теперь нам нужно зажать кнопку выключения и увеличения громкости. Зажимаем ее на несколько секунд, и как только появится что-то связанное с Recovery, сразу же ее опускаем. То есть ждем эти две кнопки, зажимаем их, зажимаем, пока у нас не откроется Recovery. Так, зажимаем сейчас. Ждем. Не отпускаем. Так-с. И скоро у нас должен появиться сам Recovery. Вот он появился, и вот это наш Recovery мод. Он выглядит так, у нас есть разные настройки. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.